Люхминские из-за дождей отменили около 20 рейсов. С 16 августа в городе не прекращаются осадки. В ожидании находятся сотни пассажиров, которые неделю не могут вылететь в Якутск и другие города. Большинство пассажиров начали сдавать авиабилеты и пересаживаться на водный транспорт. Но желающих добраться до Якутска по реке оказалось слишком много. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти еще несколько дней.